Добрый вечер, дорогие друзья. Мы предлагаем вам послушать небольшой концерт, составленный из старинных русских романсов. Русский романс – неувядающий жанр музыки. Здесь возник у нас, в Петербурге. Пробовался он на знаменитых петровских ассамблеях. Вы наверняка помните такой сборник, который издал государственный советник Григорий Теплов под названием «Между телом и безделием». И 17 романсов смотрим. Это 1759 год. Вот отсюда, конечно, романс сегодняшний, он не похож на те романсы, которые были. К сожалению, мы еще и не знаем ни первых романсов, ни их авторов, ни исполнителей. Только лишь примерно можем представить себе уютную гостиную, вот так скажем, нашу, с вами. Где-то по углам слышится то русский, то немецкий голос, который вдруг прерывает звуки клавесина. Ночные цветы
Не воскрешай меня, забывшие напасти, дай отдохнуть тревогам страсти, и ран живых не раздражай, дай отдохнуть тревогам страсти, и ран живых не раздражай. Или нет, сорви покров долой, мне легче горе своеволье, чем ложное холоднокровье, чем мой обманчивый покой, чем ложное холоднокровье, чем мой обманчивый покой.
существования столицы служили местом отдыха петербургских жителей. Ряды красивых дач и дворцов, прикрытые зеленью липы или березы, почти вплотную обрамляли в то время живописные изгибы реки. С конца мая и до сентября множество лодок сновало взад и вперед по Неве. Роговая музыка и песни гребцов слышались по ней отовсюду. А по вечерам вся эта флотилия расцвечивалась разноцветными фонарями, и потешные огни отражались в чистых струях величественной реки. Тебя люблю.
Thank you.
пощады.
Yeah.
И сердце ведает мое, отравою облитое, что я впивал в себя ее дыхание ядовитое. И от зари и до зари тоскую, мучусь, седую. Тобой же мне договори ты песню недопетую. Договори сестры своей все недомолвки странные. Смотри, звезда, горит ярчей, о бой, моя желанная. И до зари готов с тобой вести беседу. Песню недопетую. Я пою. Почему? Почему глаза слезят? Это просто, да, ничего.
Мы исполним вам старинный романс, не подумайте, что он современный. Вообще у нас в программе ничего современного нет. И не было. Романс написан в 1904 году. Там несложная мелодия, если вы вам понравится, можете нам помогать в припевной части. Спасибо вам.